Одинцовские депутаты-единороссы в рамках проекта «Здоровое будущее» провели для представителей местной молодежи экскурсию по территории юго-западного филиала Московской областной станции скорой медицинской помощи в Одинцове. Участником экскурсии стали активисты Молодой гвардии «Единой России» и Молодежного парламента. Работники скорой помощи в доступной и наглядной форме продемонстрировали молодежи новейшее медицинское оборудование, которым укомплектованы машины реанимации и скорой помощи. В Одинцовском округе ежегодно поступают на работу новые медицинские кадры. Модернизируется оборудование, расширяется транспортный парк, проводится ремонт медицинских учреждений. В том числе продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена.